тема нашего доклада – это компетенция выпускников специальности «Бухгалтерский учет» на примере создания плана финансирования и создания организации. Компетенция – это способность применять знания, умения и успешно действовать на основе практического опыта. Цель нашего проекта – показать вам нашу способность применять полученные в ходе учебы знания, навыки и умения и успешно действовать на высоком конкурентоспособном уровне при разработке бизнес-плана, созданного нами предприятия «Сладеса». Решающую роль в создании плана финансирования нашего предприятия сыграл образовательный процесс колледжа экономики и социальной работы ОНУ имени Мечникова, где мы получаем общепрофессиональные знания по нашей специальности. Созданный нами бизнес-план был разработан с целью расширения бизнеса и с целью расширения производства. Мы собираемся внедрить новые технологии для производства продукции высокого качества. Согласно статье 19 Закона Украины об охране труда, наше предприятие выделило 1% от фонда оплаты труда по данным предыдущего года. Эта цифра составила 70 тысяч гривен. Средства эти были потрачены на улучшение состояния безопасности производства, на средства индивидуальной защиты производственного персонала, а также на проведение мироспонсора сотрудников предприятия. Мы стараемся создать достойные условия труда для наших сотрудников. Мы хотим представить вам нашу организацию «Общество сотрудничества и ответственности Сладеса», учителями которой являются Мальченко Анна и Полонец Максим. «Маленькие радости от наших сладостей» – это слоган нашего предприятия. Мы хотим представить вам нашу продукцию в натуральном виде. Каждая конфета уникальна по своей рецептуре и включает в себя только натуральные продукты. Вы можете насладиться ею в конце. Угостите. Наше предприятие существует на рынке Украины с 2006 года и занимает одну из лидирующих позиций по производству кондитерских изделий. Цель нашего предприятия – добиться стабильности и высокого рейтинга, как на внутренних рынках сбыта, так и на внешних. Обществом учителей Общества с ограниченной ответственностью Сладеса была выбрана наступательная стратегия роста. Это стратегия, которая требует инвестиций и, следовательно, наиболее применима на фирмах, которые обладают высоким финансовым потенциалом и квалифицированным кадровым составом. Так как наше предприятие существует на рынке Украины довольно давно и занимает лидирующую позицию, эта стратегия наиболее эффективно позволяет нам обеспечивать наши поставленные задачи и цели. На этом слайде вы можете увидеть жизненный цикл нашего предприятия. В 2006 году он только формировался, мы искали поставщиков для реализации нашей продукции, а также был выпуск первой партии нашей продукции. С 2006 года происходил рост компании, мы осваивали украинские рынки. С 2012 года был период стабилизации роста. Мы уже заняли устойчивое положение на рынках сбыта, на внутреннем рынке Украины. С 2016 года мы решили поднять нашу компанию до мирового уровня через экспансию рынков сбыта путем договорных поставок в страны зарубежья. На данном слайде вы можете увидеть наше главное здание. Стрелочку. Главное здание нашей организации, которое было основано в том же году, что и сама организация. А на следующем слайде вы можете увидеть график роста прибыли нашей организации со дня ее создания. У нас есть богатый опыт в производстве кондитерских изделий. И наши технологи стараются создать кондитерские изделия с утонченным и неповторимым вкусом, чтобы порадовать самых изысканных гурманов. Для создания нашей продукции мы используем высококачественные ингредиенты исключительно натурального происхождения, а также новейшие технологии производства, чтобы наша продукция была качественной и вкусной. Данный слайд показывает некоторые показатели эффективности нашего предприятия, и мы с уверенностью можем сказать, что они показывают финансовую стойкость и устойчивость предприятия на рынке Украины. Это свидетельствует о том, что кредиторам и инвесторам выгодно вкладывать в наше предприятие денежные средства, потому что мы с большей вероятностью погасим долги за счет собственных средств. Показатели рентабельности показывают, что наше предприятие ведет эффективную хозяйственную деятельность. Но для увеличения уровня рентабельности мы собираемся увеличить объем нашего производства, а также разработать новый ассортиментный план продукции. Мы собираемся внедрить новые технологии производства, чтобы наша продукция была еще более вкусной. На сегодняшний день наша компания является одним из ведущих производителей кондитерских изделий в Одессе и Одесской области. И наш ассортимент кондитерских изделий был увеличен до 40 номинований. С ростом производства
общество сотрудничной ответственности Ладеса расширилась, собственно, торговая сеть нашей компании, и вы всегда в ней сможете приобрести свежую продукцию и порадовать себя какими-то изысканными и вкусными новинками. Наше предприятие заботится не только о наших клиентах, но и о наших сотрудниках. И старается создать достойные условия труда. Больше информации по охране труда на предприятии расскажет наша одногруппница Марина Мануненко.